Заранее оплатить отопление и горячую воду и со спокойной душой войти в новый месяц. Принцип, которым жительница Самары Татьяна Рубцова руководствуется постоянно, внося средства за коммунальные услуги. Оплатив счет за октябрь авансом, Татьяна стала участницей акции «Осенний марафон» и получила стильный аксессуар. Такие мелочи приятные, я думаю, они для каждого приятны. Так что поэтому спасибо за заботу, молодцы, творчество. Пусть еще акцию устраивают, пусть другие выигрывают, получают. Акцию «Осенний марафон» компания «Энергосбыт Плюс» проводит ежегодно, и каждый раз количество участников растет. Только в этом сезоне их около 12 тысяч. Условия простые. Нужно оплатить коммунальные услуги за сентябрь и внести авансовый платеж за октябрь именно в октябре. Мы призываем наших клиентов оплачивать своевременно текущие начисления, а также не допускать просроченную задолженность. Мы всегда заботимся о наших клиентах, готовим для них ценные и полезные призы. Сейчас у нас разыгрывались дождевики, а также зонтики. Впереди клиентов энергосбытовой компании ждет еще множество предложений. Одно из них – акция в Новый год без долгов и с подарками. По ее условиям нужно погасить задолженность, если она есть, и оплатить декабрьское потребление до 31 декабря. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.